Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Мистер Агаси нашел для вас трехкомнатную квартиру в районе Махмутла. Значит, дорогие зрители, здесь у нас, у этого проекта, открытый бассейн. Здесь зона барбекю, беседка. Вот. Вот такое здание. Рядом строятся новые проекты. Раньше у хозяина была другая цена этой квартиры, так как здесь уже много новостроек. Здесь улицу они асфальтируют через 2 недели, как мне сказали. И за это цена поднялась. Здесь строится новый проект Альбимо АХМ. Тут цены в этих проектах начинаются с 50 тысяч евро. Это Best Life 4 проект. Кого интересует, у меня там на первом этаже также есть квартира. А это Best Life 5. Вот, строится новый. Так. Пройдем снова. Проекту уже 12 лет. Есть генератор снаружи. Айдат 150 лет. Сауна, фитнес также есть. Вот генератор, детская игровая площадка и открытая парковка. Расстояние от этого места до моря максимум 500 метров. У нас там сауна, фитнес, который не функционирует. Угу, 2 лифта. Входим в просторную трехкомнатную квартиру. Вот. Здесь у нас спальня. Квартира под ключ. Кондиционер старенький. Если купите, советую поменять. Просторный санузел. Стиральная машинка фирмы Altus. Тут у нас балкон. Не буду выходить на балкон, так как грязно там. Вот такой вид с балкона на бассейн. Просторный. Здесь у нас дополнительная спальня для детей в красных черных оттенках. Вот. Интересная люстра. Также выход на тот же балкон. Квадратный метр спальни здесь у нас минимум 13 квадратных метров. Тут минимум 15 квадратных метров. Теплые полы в санузлах. И тут, и там, где я снимал. И у нас здесь гостиная комната. Гостиная комната совмещена с кухней. Тоже кондиционер старенький. Холодильник Altus, Эско бытовая техника, духовка, плита фирмы Эско Altus. Столешница у нас мрамор.
Нет, что ли, искусственный? Так. Вот такая квартирка. 2+1. Айдату проекта 150 лир. Дорогие зрители, цена этой квартиры 71 500 евро. Если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру, который указан в описании. Все, с вами был мистер Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия, процветания, побольше денежек, потому что цены в Алании уже растут. Раньше были другие цены, сейчас квартиры не можем найти. Спрос большой, предложений все мало и мало. Всем пока-пока.